каждый человек так хочет выделиться, так хочет что-то особенное одеть, хочет найти в магазине какую-то особенную вещь, которая бы отличалась от всех других. И нам в этом помогает вся эта реклама, которая вокруг нас каждый день рябит. И люди, они настолько увлечены тем, чтобы выделиться внешне, что они забывают о том, кто они есть изнутри, и становятся просто как серая масса, бредущая за какими-то идеалами, стереотипами, просто не понимающая, куда в конце концов идет, что есть ценностью настоящей, одежда, телефоны хорошие, машины или что-то больше, что-то внутри, какая-то большая цель. Что есть цель этого мира, что есть цель нашей жизни? Есть такая фраза: если ты не нашел то, ради чего ты готов умереть, ты еще не нашел то, ради чего ты готов жить. Есть люди, которые творят историю до сих пор. И эти люди, они всегда будут идти против течения. Этих людей будут часто называть белыми воронами. Некоторые боятся этого слова. Я не хочу стать белой вороной, нет-нет. Но только так мы сможем прийти к настоящей цели и сохранить себя целостными внутри. Знаете, меня часто спрашивали: Лика, не боишься ли ты стать белой вороной? Не боишься ли ты стать отброском общества? Однажды в одном из мужских журналов мне задали вопрос о моей личной жизни. И там я просто рассказала: да, я храню себя для одного мужчины, для своего будущего мужа. И я категорически против секса до брака, потому что я знаю, что сегодня именно через секс до брака столько молодежи, они просто умирают в прямом смысле этого слова. Потому что больше 50% в Украине сегодня молодых людей заражаются ВИЧ-СПИДом через сексуальные отношения. Не так, как раньше через иглу заражались, но сегодня распущенность достигла такой меры, что молодежь заражается просто после дискотеки где-то с кем-то отношения, и человек заражается ВИЧ-СПИДом. И ему приговор ставят, что ты будешь жить 5-10 лет. Я не верю, что это мода. Я не верю, что это стоит того. Просто чтобы быть таким, как все, быть модным, стоит потерять то ценное, что нам дал Бог. И вот мне звонят однажды ребята, это футбольная команда, и они спрашивают: Лика, ну все хорошо в интервью, но что по поводу ты категорически против секса до брака? Это старомодно. Я говорю: ребят, неужели старомодно носить чистую одежду? Это не стало старомодным носить чистую одежду? Или сейчас модно лежать в грязи? Давайте пойдемте покушаем с мусорной свалки, может это модно, потому что так кто-то сказал, что это модно. Вот представьте себе двух девчонок. Модно, кажется, девочка в коротенькой юбочке, с красными губами, такая тусовщица, сексуального опыта у нее много, она с одного ночного клуба в другой ночной клуб. Кажется, вот это модно. Но на самом деле, я говорю, представьте себе двух девочек. Вот такая одна девочка, тусовщица, у нее нет никаких ценностей и принципов. А вторая девушка перед вами, у которой есть ценности, у которой есть принципы, которая хранит себя для одного, которая скромно одевается. И я говорю: кого бы вы выбрали себе? Не девочкой на одну ночь, а женой любимой и мамой своих детей на всю свою жизнь. 98% ребят поднимают руку и говорят: мы выбрали бы ту, которая хранит себя, у которой есть ценности, которая скромно одевается, потому что такую жену мы хотим. Знаете, и тогда рушатся все стереотипы о том, что модно, а что не модно, что является правдой, а что является иллюзией. Я вам желаю быть той белой вороной, которая не ведется просто на какие-то модные вещи, которые сегодня модные, а завтра они будут порицаться обществом и говориться, как такое могли допустить люди. Знаете, только живая рыба, она может плыть против течения. Мертвая рыба, она это не способна. И если ты живой человек, ты будешь плыть против течения, и ты сможешь плыть против течения. И однажды все посмотрят и скажут: вот тот человек, который творил историю. И однажды тебя вспомнят, потому что сегодня есть выбор: быть как все, быть серой массой и толпой, или сохранить то, что нам дал Бог, то, что тебе дал Бог, и быть живым по-настоящему изнутри, и отличаться не просто красивой одежкой,
но отличаться чем-то большим, внутренним светом, внутренними ценностями. И я тебе желаю быть именно таким.